нормально, блядь. Так, блядь, ездит. Поехали, пацаны. Вопрос номер один, это из чего подвал? Если подвал и залит бетоном, и такая большая бетонная монолитная конструкция, то не так-то это страшно, даже если будет без вытяжки, у вас что пострадает, это люди, которые будут мыться, потому что очень важно. Но бетон, после того, как он набрал уже свою степень затвердевания, он достаточно устойчив к влаге. И недаром у нас все фундаменты. Бил, блядь. Да, там будет наблюдать. Есть, блядь. Ебать того царя, нахуй. Блядь, Вова. Этот вопрос власти, во-первых, планируют организовать еще 6 автовокзалов до 2016 года. И, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут. Я да, понятно, спасибо. Кстати, Рома еще послушал, из нас перезвонил. Ромочка, добрый вечер. Правильно, ни хера. На самом деле, нога. И, глядя на группу товарищей, в другом конце вагона, как это было? Это было в контексте литературы. Да, у вас то было. Надеть или нет? Поехали на жаль. Она не надевала бюстгальтер. И что, мы никогда не пропустили. Так что узнал слово разы. Thank you.
вообще прикол, что еще делают? Есть. Господи! А что ты орешь? Калина, не пускай нахуй его. А он собирается, он, видишь, поджимает. Стой, нам. Ну, что делать? Хуяли, ну, блядь, убрался. Что, блядь? Давай, зацепимся. Нагляк, ебаный, сука. Ты смотри, что, блядь, надо было тебе регистратор. Ментов вызываем, блядь. Слышь ты, блядь. Нахуя ты это делаешь? А что я сделал? Ментов, что ли, вызываем? Ты прешься куда? Полосы-то, блядь.